За 5 минут до этого или за 5 минут после этого сказать такое, я считаю, это супер круто. Эта фраза прошла. Во-первых, фраза про царя запоминается. Во-вторых, фраза про царя говорится. Во-первых, фраза про царя запоминается. Во-вторых, фраза про царя... Это был сарказм. Вот это зет. Вот это зет. Я это сказал. Вот это зет. Сколько можно? Вот это зет. Я это сказал. Как я сказал и что я имел в виду? Я это сказал. Но это никого не убеждает. Как я сказал и что я имел в виду? Ну не отсидишься, понимаешь, не отмолчишься. Мы любим вот такие формы, формат. Мы любим вот такие формы. О, император. Мы любим вот такие формы, формат. Мы любим вот такие формы. О, император. Вот это зет. Вот это зет. Сколько можно? Вот это зет. Круто. Вот это зет. Это 6 лет тюрьмы. Вот это зет. Окей? Вот это зет. Я сказал. Вот это зет. Окей? Вот это зет. И много что сказал. Что вы от меня все хотите? Я больше ни с кем не хочу говорить. Что вы от меня все хотите? Бросить все. Понимаешь, это моя позиция. Хочется умереть достойно. Чтобы тебя семья вспоминала, и дети тобой гордились. Мне не надо никаких миллиардов, я ничего не хочу. Я не хочу это видеть. Я хочу про это сказать всем. Вот это зет. Ну сколько можно? Зет. Прошу у всех прощения. Зет. Вот это зет. А главное, непонятно почему. Зет. Вот это зет. Вот это зет. Вот это зет. Все, ты можешь умирать от рака, да. Но почему ты просто умираешь от бомбы? Потому что ты живешь в Украине. Ну что это за пи***ц такой? Ну как это может быть в 21 веке?